Дорогие друзья, всем доброе, доброе утро. У нас сегодня 18 февраля 2022 года. Время 5 часов 51 минута. На утро планы такие. Сейчас едем на наш объект, на Дальневосточный проспект. Туда подъедет наш доктор. Будет проверять водителей перед выходом на работу. Давление, спиртометр. И будут заполнять всякие бумажки. Допуск к работе медицинским работникам. Так получается. Мы сейчас едем туда. Врач наш туда подъедет на такси. Проверит всех водителей. Сядет к нам в автомобиль. И поедем в офис. Так что так. Поехали на Дальневосточный. Вот мы и приехали на Дальневосточный. Ворота еще пока закрыты. Будем ждать людей, первые, которые приедут. На Дальневосточном все закончили. С коллегой привез ее в офис. И сразу поехали на объект, на наш, на Новоорловск. Дорога на Каменку. Здесь уже ожидаю больше часа полтора, наверное, да, стою, жду. Сейчас коллега отзвонилась, что уже едет. Сейчас по объекту катаются. Короче, объект большой. Ее заберем и поедем в офис. В офис приедем, сразу надо будет ехать на станцию метро Московскую. Так что сегодня без обеда. Да. Только приехал в офис, как и сказал, без обеда. Сейчас вот идем в банк. Надо тоже забрать здесь документы. А потом поедем на станцию метро Московскую. Тоже надо забрать документы. Ух! Подъезжаем к площади Конституции. Вот это сейчас высокое здание. Первый раз там. 42 этажа. Пойдем на 20 этаж. Первый раз в этом здании, еще раз повторюсь. Интересно. Я в шоке от этого здания. Короче, чтобы пройти, нужно заказать пропуск. Пропуск заказали, все есть. Я захожу в лифт, а кнопок нету, чтобы нажать этаж нужный. Женщина спрашивает, а где кнопки-то? Она говорит, это вам надо, там табло есть. При входе нажать на какой вы этаж, там 4 лифта, вам типа напишется, как в каком лифте вы поедете, там L5, L6, L7 и L8. Я набираю свой этаж, раз там L7, ну видите, вам не с нами. И короче, дождался своего лифта, так как 42 этажа, системой управляет компьютер. Так-то интересно, все видно по-современному, по-иностранному, так сказать. Лифты очень быстро едут, аж уши закладывает. Но там проблема с парковкой. Уже поднялся, человек говорит, надо подождать минут 15. Я говорю, у меня машина там так стоит на площади Конституции, что боюсь, что увезут. Я говорю, я пошел к машине. Короче, только пришел к машине, он говорит, я освободился пораньше, подымайся. Я опять, это охрана, пропуск, там L5, L6, L7 эти этажи. Короче, все, документы забрал. Едем домой. Кошмар. Вот, друзья, ехали-ехали и приехали. Мы с моей любимой женой, вернее, я ей сделал подарок на День влюбленных. Сняли в базе отдыха дача, загородный клуб дача, если правильно. Сняли таунхаус, чтобы отдохнуть, отвлечься от всего на выходных. С нами поехала жены подруга Вера. Так, все взял. Не взял. С нами поехала
подруга Вера, ее сын Никита. И мы еще взяли с собой двоюродную сестру Дани, Настю. Сейчас вот разгрузился, поставил машину на стоянку и кое-что забыл в машине. Вот такие вот таунхаусы. Такой блок из домов. У каждого вот свой вход. Так, 9-й, 10-й, у нас 14-й. Мы здесь уже какой? Третий или четвертый раз. Так что, друзья, будем отдыхать и за вас отдохнем. Сейчас что-нибудь перекусим. Наверное, будем жарить ребра. Свиные ребра. Вот так. Вот наш домик. Потом попозже сниму, что есть внутри. Лайкусики. Ты иди прокатись с горки. Ну все, дорогие друзья, пожарили шашлык. Посидели по бокальчику, виски с колой выпили. Девчонки еще будут продолжать. А я уже попил кофеек с вкусняшками. И, наверное, сейчас пойду уже лягу. Сейчас дети еще играют, еще шумно, бегают, прыгают. И когда дочери надо будет спать, пойду вместе с дочерью уже, наверное, отдыхать. Так как встал сегодня в 4 утра, в 5 утра уже был за рулем. Вот. Такие дела. До завтра.